С молоком есть еще один обряд. Считается, что если оставить его на ночь в фарфоровой чашке на подоконнике, оно уберет с глаз порчу и дурное настроение. Вы почувствуете сразу же, что вам стало легче. Даже если вплоть до того, пока вы его не вылили, вам еще грустно, как только вы его вылите, 100%. Новая жизнь.